А? Аврора? Пойдем зайдем, холодно. Пойдем зайдем, холодно. Нам, походу, сюда. А? Маску надо? Ну что, мы уже прибыли на место. Вот она, афиша. Хиты 90-х, 26-го. Подождем? Не. Татьяна Буланова. Ко дню защитника Отечества. Ура! Мы спускаемся вниз, а здесь фото артистов. Дима Билан. Чаплин Холл. Нам, походу, сюда. Здрасте. Так, мы заходим. Вот так выглядит зал. Спасибо. 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 Здрасте. Чего? Сейчас, сейчас. Сцена. Давай. Да? Да. Всех защитников Отечества поздравляет с праздником одна из самых ярких звезд российской эстрады, обладатель самых престижных музыкальных премий и наград. Гордость и душа Петербурга. Для вас поет заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Что любить, пока еще не поздно.
эту пандемию у нас так вот достаточно получился большой интервал без встреч. Поэтому я думаю, сегодня, сегодняшний вечер мы проведем замечательно. Я приглашаю всех потанцевать, не знаю, можно ли или нет, но будем считать, что можно. Поэтому не стесняйтесь, отрывайтесь, мы вместе с вами здесь тоже потанцуем. Хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником, с Днем защитника Отечества. Будьте сильными, будьте мужественными, носите нас, женщин, на руках, любите, оберегайте. Потому что на самом деле большинство своей жизни, наверное, мы живем ради вас. Спасибо вам за то, что вы есть рядом с нами. С праздником, дорогие мужчины! Хорошего настроения, классного отдыха. Танцуют все! Так же падает в садах.
Yeah.
долгожданной гитаре. Я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется. Yeah.
снится сон. Когда-нибудь мы придем по лягушке. Будем вместе. Вместе. Вместе.
Максим Валыгин, Олег Попов, Николай Дубов, Запутин Николай Тагрин. Спасибо огромное, что сегодня весь вечер вы были с нами, за ваше настроение. Спасибо огромное, просто вот бесконечное спасибо. Вы знаете, в нашей группе в этом году будет 32 года уже. В прошлом году 31 исполнилось. В такое время огромное, конечно, очень много песен, которые, к сожалению, мы не можем все исполнить прям за один вечер. 6 марта! 6 марта будет чуть больше, но это не важно, это сегодня говорю. Но, слава богу, что есть композиторы, есть музыканты, с которыми я работаю, которые пишут песни для меня. И вот сейчас Николай Дубов вас исполнит попурри тех песен, которые мы сегодня не исполняли. Но их, в принципе, они меня прикольные. Спасибо огромное. Хорошего вечера, класс отдыха. Спасибо. Спасибо. Танцуют все. Ну что, друзья, мы вышли с концерта Татьяны Булановой, сейчас поедем домой. Времени очень поздно, 9:30. Но что я хочу сказать? Я счастлива. Я счастлива, но концерт был очень короткий, вот просто не знаю, сказали академический час, но по пальцам можно пересчитать, сколько она песен спела. Но, с другой стороны, этого хватило мне. Я и автограф получила, и сфотографировалась. Ну, как смогла, так сфотографировалась. За кулисами освещение было отвратительное, просто невыносимое. Но как смогла, так сфотографировалась. Как-то так. Едем сейчас домой к деткам. Завтра у нас опять насыщенный день, поэтому мы завтра в Эрмитаж. Обалдеть. Сниму вам немножко ночного. Ух ты, смотри, какой бус. Мегапати-бус. Прикольно. Ночной Петербург. Вон там длинный тянется Эрмитаж. Окна. Ну, Питер грязный, конечно, зимой. Поэтому трёт, Алексей, толку мало. Вон там что-то светится так яркенько. Такой ночной Питер. Набережная освещается. Мне кажется, да. А еще знаете, когда я же побежала, я стояла у сцены с тетрадкой, с ручкой, чтобы получить у нее автограф. Взять автограф. И она, короче, цветы собрала, развернулась и ушла. Я такая, блин. Нет, я же приехала специально в Питер, чтобы, блин, попасть на ее концерт и не получить автограф. Поднимаюсь на сцену, остались ее музыканты, пару мужичков. И у одного из них спрашиваю, могу я пройти за кулисы, получить у Татьяны автограф? Он говорит, да, проходите. Я прохожу, короче, за ней. Она заходит в гримерку, задирает платье, начинает переодеваться уже. А я такая, ой, я дико извиняюсь. А можно я у вас автограф возьму? 10 лет по вам фанатею. Ой, с 10 лет, говорю, по вам фанатею. Она такая, сейчас подождите, говорит, выйдите пока на минутку, я переоденусь и выйду к вам. Себя покажу, чем грязные окна этот алексеевские. Подождите, говорит, сейчас выйду. Потом она вышла, значит, я говорю, ну, она автограф пишет, я говорю, Ольга Ким. И она пишет, Ольга Ким от Татьяны Булановой. И я говорю, вкусные рецепты Ольги Ким на Ютубе, почти 500 000 подписчиков. Приходите, говорю, корейские рецепты. Она такая, о-о-о.
Потом, короче, мы с ней сфотографировались. Ну, Алексей, как сфотографировались? Алексей снимал видео. С любого видео я могу сделать стоп-кадры, чтобы была фотография. Но видео неудачное. Я попробую, конечно, там прям максимально внимательно поискать кадры. Но, во-первых, пол лица у меня черный от того, что освещение было плохое. Там освещение такое синее было, все. Поэтому я еще сразу подумал, что будет как-то это самое. Ну, странно, да, выглядеть. Ну да, ну как правило же с артистами, они же не пускают в гримерку свою, правильно? В гримерку мы не могли, там нормальное было освещение. А за кулисами вот, пожалуйста, такое освещение, собственно. Ну, чем никак, лучше так, правильно? Вот он, медный всадник. Мы сейчас проезжаем. А у тебя окна грязные. А за ним Исаакий. Как-то так. Так что и немножко пообщалась, ну так парой фраз перекинулась, и автограф получила, и некачественные фотографии получила, и на концерте побывала. Программа максимум выполнена. Еще и канал свой прорекламировала. Ну, канал не сколько была цель прорекламировать, а просто чтобы она узнала, с кем она сегодня фотографировалась и кому автограф давала. А вдруг? Чем черт не шутит? Вдруг зайдет, посмотрит, да? Так.